маленькая, потрепанная жизнью. Ака, зайчата, 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 кругом зайчата. И тебе привет, Дёй, ты тоже зайчонок. Василиса. Прям очень трогательный зайчонок. Прям очень трогательный зайчонок. На самом деле ей уже 2 недели. А она такая мелкая, да, такая мелкая. Еще она ест людей. Очень жестоко ест людей, да. Жестоко ест людей. Ладно. Что тут делает эта вся толпа белячков? Дело в том, что Фрося должна сейчас родить. Пуша сегодня родила. И чтобы вот эти огромные гопники не отобрали молоко, пришлось их отсадить сюда. Здесь есть гопники, которые еще должны сидеть на молоке. Мы их еще раз тоже отловим и перенесем обратно в вольер к мамкам. У тебя такое солнышко, да, Василиса. Василиса, я тебя поймала. Василиса, да. Ну такая девочка. Ну это понятно, ты не выпускная, да? Ты такая безбашенная и не выпускная. У нас тут безбашенного не выпускного. Привет, смола. Ты тоже безбашенная. Только заяц, которого мы ловили с очком. Вот он. Нет, аку так не дети потрепали, если что, аку потрепала жизнь, она выкармливалась биофаром, из-за чего у нее была слепота, катаракта. Но в какой-то момент, через пару лет, катаракта сама собой прошла. Она теперь видит, но последствия того, что она не видела, вот это как раз драки с зайцами и прочие недопонимания. Здравствуйте, след от сетки, потому что она боялась всего и вся. Сейчас вот так на расслабоне. А ты ешь людей? Ай! Ты, понятно, ешь людей. Ладно, пойдем. Времени мало. Времени нет. Ай, чё, не кусайся. Я говорю, времени нет. Мне кажется, если бы ты был в природе, тебя даже никакой хищник бы не ловил. Он просто бы был в недоумении. Почему оно не убегает, почему оно ко мне подходит. О, Роза, здравствуйте. Еще один заяц. Борзый. Но ее теоретически, возможно, нет, невозможно. А все зайцы, которые едят людей, они течению, скажем, не поддаются. Тапки мои едят, тапки едят, помогите, тапки едят. Иди. Ай, и телефон едят, и тапки едят, и все. Чуть не упал заяц. Скажи, окружили. Была. Ай, ай, очень больно. Делать. Ты что творишь? Заяц, ну-ка иди отсюда. Все, иди гуляй. Вон там есть тыква, которую можно грызть. Че ты меня-то грызешь? Вообще обнаглели. Это вообще нельзя поощрять. Эти все рахитные покусывания на нервной почве. Нет, иди от меня. Иди от меня, заяц, господи. Иди, сделай все оттяжкаю, сделай все оттяжкаю. Да-да, вот вы как вот это прелесть. Вот как вот это прелесть, если вы остаетесь невыпускными. Или лучше быть выпускными. Вот как. Вот-вот-вот. Вот так, да. Вот так надо реагировать. Раз. И сразу бежал.